О, сейчас уже что-то поувереннее сейчас будет. Погнали, я тоже себе пушку открыл. Видишь, какая снайпа у меня понтовая. Угу. Как раз будешь в жбан ее любить. Это блядь. Ты охотник, который... Так, блин, смешно, если бы мы сейчас снимали фильм типа Джуманджи, ты бы, короче, был... Всегда, когда пушку берешь, ты случайно стреляешь. Типа, тише, тише, не давайте ему в руки оружие. Ты такой случайно находишь оружие и сразу из него стреляешь. И все, против кого вы там шли и типа пытались не спалиться, все вас палят. Он справа, вот он бежит. Ой, как долго перезаряжается! Говно бы не перезаряжается. В капкан попал. Да его надо убить! А, он меня вынес, прикинь! Он меня убил! Хилься, капканы ставь какие-нибудь! Прикинь, гейм овер! Он тебя тоже убил! Я же говорил, Бигфут жесткий будет! Это, ой, это, блин, это потому что управление херовое, мне бесит оно. Я, короче, майн-меню иду. И буду смотреть управление. Вонючее сейчас пока не настроил. Но мне предложили посмотреть заставку. Ну, пойдем. Скребать, он жесткий и страшный. И знаешь, что тупо тут мышка живет. Вон он опять пишет, сука. Ёбаный бабуин. Так, я поставил капкан перед собой. Просто еще на возвышенности ебаный, блядь. Вот он идет, да. Я же его даже не вижу, блядь. И дело, блядь. Мне просто неудобно на спуск нажимать. Вот он. Я вижу. А, черт, как тяжело попадать. Вот я тебе об этом и говорю, что попадать так тяжело. Теперь об этом знают все. Вот он, сука. Сука, я последний, я буду что-то умеет, ты же какой-то зел. Он, наверное, бежит нас, как в прошлый раз. И гонканет. Он идет! Тварь, да? Еще это дымка? За которой... О, у тебя вообще темнота, ни хрена не видно. Вон он, вон. Вот я не могу направить джойстик, потому что, блин, управление дерьмо. Да, блядь, я тоже хочу его подстрелить, нахуй. Да я не попадаю. Да есть. Он только появляется, он сразу убегает куда-то. Так вот он-то вся. Он правее, он. А может уже и левее. Короче, я его видел как-то краем. Так вот он-то и вся и суть. Вон, нахуй. Давай пробежимся. Давай гонканем Бигфута. Куда ты, сука, побежал? Убили. Пошли сразу на второго без дома. А хотя если он нас убьет. 8 патронов осталось. Блин, ладно, пойдем домой. А, ну у меня этот полный. Пойдем. Да не, нафиг домой, давай сразу убьем желтого. А, погнали. Мы идем. Слушай, ночью играть интереснее. Ну, хотя бы какая-то атмосфера. Мы сейчас в его угодьях.
Так-то дом рядом, можно подняться. Почему он орёт, как тварь? Постоянно когда бегает. Ну вот, получается, желтый Бигфут остался. Я бегу к дому. Я по темноте куда бегу. Хочешь? Я куда... В доме. Прикинь, добежал до края карты и вернулся домой. Угу. Они поставили прям туда, и вот самое главное, что нету возможности вот этой, блин. Мне неудобно вот направляться. Ты где вообще? Я побежал к красному Бигфуту, но его тут нет, тут труп желтого. Не понял. Ну, видишь красную отметку на радаре? Ну, то есть указатель. Давай начнем с того, что у меня вообще радара нет. Ладно, ладно, давай. Я к тебе бегу, а ты стой на месте. А, всё, вижу отметку. Да, вот. Просто когда далеко их нету. Ну, желтая же отметка, она же там. Ну, типа, да. Вот. Блин, такое рандеву, блядь. Блядь. Я даже не знаю, как сюда, да. Боже, блядь, я просто тебя буду догонять, отвечаю. Твою жизнь, блядь. Гнать, я через кусты вообще, блядь. Нормально, нормально. Он перезаряжается. Да, он прям специально так медленно-медленно перезаряжается. Вот он и грузило. Да убили! Good hunting! И опять реклама. Ебаный полчаса, блядь. Просто полчаса времени убили вот это. Почему 13 минут мы все проходили?